Спасению детских жизней посвятили акцию по сдаче крови водители службы такси «Наш город». Ведь зачастую для пострадавших в ДТП решающим фактором становится донорская кровь. Ну а сама служба такси «Наш город» делает особый упор на безопасность и комфорт поездок с участием детей. «Наш город, здравствуйте!» «Такси «Наш город», здравствуйте!» С самого открытия службы такси «Наш город» обозначила свои приоритеты – безопасные перевозки детей. В первую очередь все машины были оборудованы детскими креслами и удерживающими устройствами. Затем в службе такси была установлена специальная программа, которая позволяет отслеживать движение машин и обозначать их местоположение на карте. Диспетчер в реальном времени видит, что происходит на линии. «Мы контролируем каждый автомобиль, каждого водителя. Нам стали доверять детей забирать со школ». А накануне Дня защиты детей водители такси, среди которых есть папы и даже многодетные отцы семейства, выступили с благородной инициативой – сдать кровь. Ведь при всех, даже последних достижениях современной медицины, донорская кровь незаменима. Уговаривать никого не пришлось. На призыв откликнулись все. На станции переливания крови каждый заполнил анкету, сдал анализ в лаборатории и прошел медосмотр. Норма сдачи – 450 миллилитров с человека. «Таксисты нашего города всем дружным коллективом прийти и поддержать акцию в честь защиты детей, Дня защиты детей, прийти и сдать кровь. Потому что все-таки много аварий, мало, на дорогах все случается, детям кровь нужна». «Кровь всегда востребована, поэтому, если есть возможность, нужно сдавать». Действительно, водители, пожалуй, как никто другой, знают, что такое травмы и как часто не хватает донорской крови, которая необходима для спасения жизни пострадавших. Ведь люди, попавшие в ДТП, нуждаются не только в помощи врачей. Иногда донорская кровь является решающим фактором. Некоторые таксисты становятся донорами уже не в первый раз. Говорят, времени на процедуру уходит немного, а пользу приносит большую. Таким образом, такси «Наш город» уделяет внимание и социальным акциям, и техническому развитию, и пополнению автопарка, и созданию крепкого профессионального коллектива. Так что водителям, ищущим работу, здесь будут рады. Телефон 8 800 234 5 035.